Вот, любимая игрушка мопсов. Называется висельник. Привязал им двух висельников. Так, кто это у нас? Марсель. Так. Чего вы на меня смотрите? Что ты на меня смотришь? Кто это у нас? Мэджик Кинг. Девочка вот. А, по-своему. И в невесту играет. Опа. Так. Потяни висельника называется. Кто это у нас пошел? Пушистый пошел. Ну-ка, сейчас мы его снимем. Любит он с висельниками играть. Резиночка там, кусать ее можно, красота. Чего ты, Бизон? Привет. Давай лапу. Давай. Здорово. Здорово. Привет. Матильда. А что так бух? Давай, тяни его куда-нибудь. Больно ж смешно, они летают. Что? Пам-пам. Не пищи. Оба. Так, все. Нам надо тепла, ласки, внимание. Давай-ка, папаша, гладь нас. Поиграли бы с висельниками. Смотри, какие игрушки я вам сделал. Смотри, какие игрушки. Пиу. Во. Так, тяни. Дальше. Чем дальше оттянешь, тем лучше полетит. Давай. Отпускай. Так, ну подождите сейчас. Так, опа. Оба. Все они здесь одинаковые. Играть им надо. Да. Император. Ты. Дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин. О, бесевня. Бесевня. Злые мопсы напали, на руки кусают. Все. Ну, а теперь надо ждать, когда они заинтересуются опять висельником. Чего, собаки? Когда красавцы. Ай, кусавцы, а не красавцы. Как так больно кусаются. Зубы у них прям как шилы острые. Да? Да. Моська ты. Черный, белый. Молоко, кофе. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Счастье, горе. Больно же мне. Так, там у нас что? Ой, сидел бы вот вообще. И на работу бы не ходил. Смотрел бы часами, как они играют. Ладно, все хорошо. В следующий раз сниму еще что-нибудь.